Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. В силу некоторых моментов и по этическим соображениям я не буду читать ваш вопрос и не буду засчитывать моменты, содержащиеся в вашем вопросе. Я думаю, что здесь это лучше опустить. Хочется сказать, что автор вопроса человек достаточно трудной судьбой, из неблагополучной семьи, где родители брались, пили, изменяли друг другу. Воспитывалась прабабушкой и со своим парнем познакомились, ну, относительно вроде как недавно. Хотя я вот тут вот не очень понял. 2 года назад, текст просто большой, поэтому я запамятовал. 2 года назад. 2 года вместе. У парня есть определенный багаж. То есть, у него есть бывшая девушка, с 3 детьми. Которая пытается его всячески вернуть. Вот. И есть мама автора вопроса, которая делает больно ей. Автор вопроса очень сильно больно делает. Но беспокоит автор вопроса ревность больше всего. Ревность и боль от травмы измены ее парня. Она вроде бы его простила, по ее словам. Но все равно больно ей. И из-за этого у них ссоры возникают. Понимаете, я думаю, что простить нельзя по желанию кого-то. Я думаю, что прощению можно прийти, но нельзя простить по своим, ну, просто по своему решению. А вам желательно прожить эту травму столько, сколько необходимо. Вы ссоритесь, вы берете себя в руки, чтобы его простить. Но правда в том, что ваши отношения нуждаются в коррекции, потому что ничего бы не произошло, если бы в ваших отношениях все было гладко. Поэтому здесь нужно вам и над собой работать, свои страхи, комплексы и травмы прорабатывать, и отношения с парнем гармонизировать тоже. Тогда и простить вам его будет гораздо легче. Не факт, что вы его простите, но будет легче. Вот.
Вот примерно такой ответ я могу вам дать. Да, то есть вы спрашиваете вот в конце. Люблю своего парня, не хочу потерять, хочу дать ему шанс, но как? Вам себе нужно дать шанс. Себе. И побороть себя это не тот шанс, который вы можете себе дать. Как начнете ему доверять? Начнете доверять себе. Вы пытаетесь опереться все время на кого-то извне. В этом проблема, Елена. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.